сколько у тебя таких земель, сельхозземель, ну то есть именно вот под что-то? Все вот эти поля, все окружные поля вдоль дорог, мы все засаживаем лесом. Это корзинка из нашей местной ивы. Местная ива – это наш огромный ресурс, поскольку ива у нас очень хорошо растет. Задача любого человека типа меня – это жить в джунглях, чтобы все жили в джунглях. Знакомимся ближе с Сашей Рудневым, поместим кедросад и узнаем, как посадить елочку, к примеру, для живой изгороди. Лайфхак, как сажать сосны. Если ты не хочешь пересаживать их, потому что это довольно трудоемко, ты можешь зимой, пока, ну, до апреля месяца, шишка не раскрыта. Ты ищешь сосны, которые ты можешь достать рукой, снимаешь шишки прям мешками. После этого ставишь теплое место, шишка раскрывается. Теплое место, комната дома. Комната, температура, да. Шишка раскрывается, ты все это дело трясешь. А за сколько времени раскрывается? Сутки, двое, трое, неделя, в зависимости от сухости, от температуры дома. Трясешь мешок. Трясешь мешок. И на дне семена. Семена все выпадают, да. На дне образуются семена, и у тебя получается много-много семян. Так добыть семена хвои. И что, бросил? После этого ты ходишь как сеятель и разбрасываешь. В апреле? В апреле может уже не прижиться. Все зависит от того, как семечко попадет, во влажное или не во влажное. Если в сухое место, то не приживется. Если во влажное, то есть шанс. Чуть прогрелась земля, немного прогрелась земля, еще влажная, и в этот момент... Мне кажется, лучше подождать до осени и осенью разбросать под снег. Все понятно. Мне кажется, так лучше. Под листву? Да, чтобы потом листва. Ну, под снег хотя бы. Под будущий снег. Да. А лучше делать и осенью, и весной, и каждый год, и постоянно. И уже делать свои выводы, как лучше в твоем случае. Лайфхак, как украсить дом сосной. Кстати, тебя не раздражает слово лайфхак? Меня все дурацкие слова раздражают. Сосна такое дерево, что нижние ветки со временем отмирают. И поэтому, если самые нижние ветки ты обратился к сосне и взял у нее, то попросил. Они все равно отомрут. Ты ей плохого не сделаешь. Но при этом ты этими ветками можешь очень здорово украсить дом. На холодный... На весь зимний период. С декабря по март они вот так вот будут. Так приятненько, да, зелено. Симпатично. Недавно вышла серия, где Александр подробно рассказывает, как можно вырастить забор, лес, джунгли и даже дом. Смотрели? Вот Саша поводовыми деревьями засаживает по периметру, а вот это вот под грядочки.